Ожидаемый удар по Сирии и, как следствие, возможная ответная атака по Израилю вызывает в стране немало беспокойства. Люди запасаются противогазами, но премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху призывает израильтян сохранять привычный образ жизни. Я хочу ему верить, но не думаю, что кто-нибудь действительно знает, что может здесь произойти. Проблема, что мы живем в полной безвестности. Информации нет не только у обычных граждан. Нетаньяху категорически запретил министрам высказываться по поводу Сирии. В телевизионном обращении он заявил, что Израиль не намерен вмешиваться в гражданскую войну в Сирии, но в случае агрессии ответит по полной программе. Цахал развернул у северной границы новые батареи противовоздушной обороны «Патриот» и «Железный купол». Принято также решение о проведении ограниченной мобилизации резервистов, в первую очередь специалистов управления тылом. Тыл – это пока самое слабое звено израильской обороны. Не все граждане обеспечены средствами защиты. В последние дни на станциях обмена и раздачи противогазов настоящее столпотворение и многочасовые очереди. Управление тылом приняло решение продлить часы их работы. Вопреки обещаниям, многие станции по раздаче противогазов сегодня были закрыты. Мы позвонили по указанным телефонам в управление тыла. Увы, телефон не отвечает. Все закрыто? Мы приехали с другого конца Иерусалима. Нам сказали, что до 7. Я считаю, что они должны пройти от двери к двери и всем раздать маски. Вам страшно? Конечно, страшно. А вы разве знаете, что будет? Я не думаю, что опасность столь реальна. Но муж боится больше, чем я. И для душевного спокойствия его и всех нас... У всей семьи есть защитные маски, но малышка родилась в январе. И о ней тоже нужно побеспокоиться. Конечно, есть опасность. Если Америка ударит по Сирии, а Сирия в ответ ударит по нам, нет ни одной арабской страны вокруг, которая нас бы не ненавидела. Все хотят навредить и только ищут возможность. Военные специалисты полагают, что химическая атака сейчас маловероятна. Но и к удару обычными ракетами Израиль не подготовился. У 52% населения по-прежнему нет надежных укрытий. У вас есть защищенная комната или убежище? Нет. Есть убежище, но его используют для караоке и всяких таких вещей. Для чего угодно, только не на случай войны. А противогаза у меня вообще нет. Я не боюсь. Есть Бог на небе, Он меня охраняет. Можно бесконечно удивляться, но подобное настроение у большинства израильтян, и религиозных, и нерелигиозных. Гидон Дубинский, Элла Казакова, специально для RTN, Израиль.